Ава Римляне, с вами Total House, и я продолжаю прохождение игры Европа Универсалис 3 за Византию. Я напал на Сибирь, то есть сейчас мы их нагнем по-быстренькому и все. Кочевников на ближайшее время у нас не будет. А еще у меня есть священник, которого я отправлю в Байбакты на данный момент. Так, никак мы из Житеру не дойдем до Тюмени. Но вот дошли. И не очень получается, потому что у них здесь есть войска. А это хреновенько. Ну ладно. Ладно. Надо бы отступить. Так, ребята, так. Давайте этими сюда, вниз. Алимолы, естественно. Здесь церковь построим. Тара. Давайте дальше пойдем по территории Орды. Не ордынцев, а сибирцев. Масул переобратился в православие. Это очень... Хорошо. Так, здесь наши... Воу, ребята, потише. Вы как-то немножечко, я не знаю, в разные месяца хотя бы восставайте, потому что это жестко. Это, блин, жестко. Так, а у меня же даже войск что-то особо нету. А, нет. Давайте вот эти войска возьмем. Кандагар. Здесь... А, вот Мер. В Мер его стали. Давайте вот этих ребят тоже немножко побьем. Так. Ну, продвигаемся, собственно говоря. Так, тут наша армия. Давайте ее в Пензу отправим там. Ёб твою мать, какого хера? В Пензе нету гарнизона. Был же гарнизон, ну чё за бред? В общем, Пенза потеряна, как я думаю. Колонизация в Каруне. Не увенчалась успехом. Так. Но все-таки, по-моему... А вот это не очень хорошо. Надо развязать войну с португальцами в ближайшем будущем. Хотя можно, знаете, как сделать. Так, это у них тоже колонии. А вот это... И это колония. Колония на Азорских островах. Так, Канарские острова. Спровоцировать туземцев. Но что-то процентов очень мало. А тут туземцев и вовсе нет. Давайте, наверное, все-таки будем готовиться к войне с Португалией. Да, надо с ними повоевать. Ну-ка, с кем они там в союзе? С кем чего? Милан, Пиза и какие-то индейцы. Шауми. Ну, такое. Не знаю, зачем они им нужны. Ну ладно, есть и есть. Так, вот эту армию я не буду переправлять, а вот флот переправлю. Флот переправлю в Америку.
и захватим все португальские колонии. Сейчас будет война. Так, давайте... Чё, я не знаю. Колониста пошлём. В Курск. Опять пошлю, чтобы он побыстрее у нас уже. Ну да, естественно, Пенза. Я знал, что вы такие ребята. Пидоры. Не пензийцы, естественно, а восставшие. Так, Кандагар, Кандагар. Давайте на подавление поставим. О, ну да, конечно, пойдем подавлять. Куда? Хаин не знает. Так, где здесь резиденцию судей можно построить? Там будем строить. Ну давайте армию нашу отправим пока на подавление. Что тут у нас? Лимит снабжения повысился, так что давайте еще настроим армию. Естественно, это нам очень пригодится. Я даже две армии по 15 сделаю. Так, а запы мне нужны, естественно. Они сильнее, чем я. И мне нужны мусульманские конные лучники. Что там по снабжению? Если будет плюс 30, то так как раз у нас 30 тысяч можем содержать. Кстати, можно Казань захватить. Давайте тут право прохода войск. А, я его уже отменил. Потому что скоро будет война. Тару мы захватили. Отлично. В Аргыне восстание. В Гондурасе восстание. Ничего серьезного. Собственно... В Гиляне. Да ё-моё, они никак не собираются сдыхать. Провалилась колонизация в Курск. Это плохо. Так, в Тобольске мы победили. Ну давайте туда отправимся. Наверх. Так, мне же снабжение, ребята, нужно. Пум-пум-пум. Крестьяне, Подолье и Тамбов. А Рязань успела первее, чем я. Ну, тут ничего не поделать. Так, этих сюда. Этих сюда. А, ну, вообще-то Касимов надо спасать. Ладно, надеюсь, успею. Так. Окей. Надо побольше вот этих домов судей настроить. Но еще посмотрим на карту риска восстания, потому что где-то они нужны больше. Вот тут вот у нас что? А тут переобращение идет полным ходом. Давайте вот тут построим, в Полтаве. Ну, восстают они часто. Достаточно-таки часто восстают ребята. Подолье, новая провинция. Отлично. И есть у меня колонист в Курске его.
Так, Саратов надо как-то защищать. Черкасск. 12 000 это как-то много, вам не кажется? Так, еще у нас где-то там провинция переобратилась. Я не особо посмотрел на это, потому что что-то восстания пошли, как я смотрю. Так, ну нет, здесь надо одного челика оставить. И в Касимов отправляемся. Здесь есть ли у нас поблизости армии? Нет, нету армии. Окей, давайте сюда и потом на Самару ударим. Плюс один колонист. Неплохо. Я бы его в Самару отправил, но там что-то ситуация какая-то не очень понятная. Ладно, давайте в Воронеж тогда. Тамбов у нас не в приоритете, потому что это наша провинция. Ее если там захватит, то тем не менее приемлемо для меня. Во всяком случае. Так, нет, давайте здесь вот так сделаем. А священника куда-нибудь в другое место. В атак? Нет, не в атак. Тут уже есть священник. Вот, сюда. Отлично, Тобольск мы захватили. Тюмень тоже. Так. Восстание в Иднакаре. Ну, это прям вообще, ребята. Не очень, блин. Так, а мы что, из Черкасска идем, да? Давайте в Богучар сразу, нам нужно форсированным маршем, блин. Уничтожить этих мятежников в Саратове. Кипчакская степь, Подоле. Опять в Подоле, блин, это Подоле, оно постоянно восстает. Вот тут вот надо выбить. Что там у нас по дипломатии-то, я совсем заигрался. Рязань. Я бы хотел с ними сделать унию. У них, кстати, наша династия на данный момент. Так, но я бы хотел, чтобы Рязань стала в унии, чтобы она была. Это было бы очень-очень классно. Плюс, если они там какую-нибудь Пензу бы завоевали, то это мне в плюс. Отлично, Воронеж. Так, у нас в Азове мятежники. Ну ладно. Кода. Завоевал я провинцию эту. А, что там у нас с Португалией? Кстати, я буду, наверное, вот так вот смотреть, что тут у нас по населению. Потому что население колоний тоже важно. Вот если оно там в 1000 будет двигаться, вот тогда уже стоит войной развязывать, а до тех пор, пока не буду рыпаться. Да и если сделать с ними унию, кстати, в принципе, почему бы и нет, то даже, что у них есть эти колонии, это даже в плюс в некотором роде. Они там мне, может, в Америке помогать будут.
Так что во всем есть свои плюсы. Да, что-то в Самаре надо отступать. Так, вот тут мы останемся на подавление. Куда бы колонисты запульнуть? Сюда. Ну, там они сами дорастут. Не хочу туда пулять колониста. Так, Уфа, что-то там. Давайте в Туркестан, потом в Кызылкум и в Самарканд. Ну вот, такую дорогу себе проложим. Так, Сургут. Уничтожили мы войска. Войска сибирцев. Ну и давайте здесь на страже будем стоять. Что-то сильные оказались мятежники здесь. Да они повсюду не слабые. Ну, это классно то, что мы Самару успели спасти. Это очень отлично. Что-то у меня усталость от войны, надо с этим что-то делать. В Самаре, кстати, много человек было. Даже очень много. В Подоле нам помогли, убили мятежников. Отлично. Так, сюда. Тут у нас что, конница? Сюда. Это... Нет, вот. Вот так. Нет. Ну вот так. А вот этих сюда. Все. Распределение я сделал. Сургут захвачен. Давайте эту армию отведем. Потому что она здесь совсем не кстати. Аргын. Тут, кстати, большие промежутки между городами. Ну, точнее, между территориями. Поэтому это тоже имеет свое значение. Плохое значение. Очень долго идти от одной провинции до другой. Так, давайте Сарай, Богучар и дальше Воронеж. Гарчистан. Успели так и захватить. Подлые мятежники. Однакари до конца не убили. Ну, ладно. А, давайте, кстати, исследуем, что у нас там сверху. В Сибири. Потому что, возможно, там сибирцы спрятались. Вот, их надо будет убить. Своевременно ликвидировать. Кстати, Уфа, что-то я проглядел Уфу, надо в Уфу направиться. Карши. Окей.
Война, Перси, ну, чё вы мне сделаете, Перси? Господи, зачем? Окей, повоюем немного. Хотя, чё, может захватить их сразу? Или сделать из них вассалов? А, вассалов не получится сделать, естественно. Да, ну да, Уфа, конечно. Уфа захвачена. Ну ладно. Колонизация провалилась. Давайте отправимся сюда на зачистку. В Полесье пока не буду священника отправлять. Отправим в какое-нибудь другое место. Так, давайте подумаем, куда отправить священника. Нужно туда, где есть дом судьи. Желательно, точнее, туда отправить. Но что-то у меня сейчас нету таких мест. Давайте, ладно, тогда в любое другое место отправим. А, кстати, вот сюда, в Романию, отправить стоит. Усталость от войны уменьшится, что-то там рыцари какие-то появятся. Спасибо вам, конечно, большое, дворяне. Но это не было необходимостью. Лучше бы он мне бесчестие уменьшил. Так, войска восстанавливаются, все потихоньку приходит в норму. Фа снова захвачена. Так, вот она моя армия, вот еще одна моя армия. Давайте их отправим в Астрахань. А этих ребят отправим в Абхазию. Так, добавились какие-то новые государства, с которыми можно династический брак заключить. Но я пока этого делать не буду. Нападу, наверное, в следующей серии на португальцев. Пока они там воюют, отберу у них колонии. Как раз пройдет еще потом 5 лет, отберу следующие колонии. Давайте я эту серию заканчиваю. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь. Всем удачи и до новых встреч, друзья!